И в продолжении темы благородных начинаний сотрудники Малаховского музея истории и культуры совместно с комиссией по делам несовершеннолетних инициировали социальный проект «Шаг навстречу». Его цель – сделать досуг семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, максимально насыщенным и полезным. В рамках пасхальной недели в стенах музея прошел мастер-класс по раскрашиванию яиц. Кроме этого, детей и их родители познакомили с выставкой, приуроченной непосредственно к предстоящему церковному празднику. Здесь их встречают с теплом и улыбкой. Эти девочки стали постоянными посетителями Малаховского музея. Открывая что-то новое, они учатся создавать своими руками различные сувениры. И что самое главное, делают это вместе с мамами и папами. Сегодня как-то немножко поменьше народа. Вообще приходит довольное количество семей, которые уже поняли, что здесь их тепло встречают, что здесь отношение такое домашнее, создание какого-то уюта, сердечности. Все это идет от сердца. Музей ведь должен еще и какую-то социальную функцию нести, благотворительную. Сейчас благотворительность нужна людям, потому что так много недополучают наши дети. Сплочение семьи и социальная адаптация детей – такова главная цель проекта. С декабря 2017 года совместными усилиями сотрудники музея и представители комиссии по делам несовершеннолетних провели ряд мероприятий для семей, которые оказались в социально опасном положении. Здесь для них устраивали новогодние праздники, а также мастер-классы по изготовлению сувениров к Масленице. Кроме того, для детей и их родителей постоянно проводят познавательные экскурсии, знакомят с историей, культурой родного края. Мне было очень интересно. Я узнала много нового о древних традициях и как отмечали Пасху. Вот я сегодня сделала такое яйцо. Проект «Шаг навстречу» участвует в ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье». В случае победы его инициаторы направят денежные средства на дальнейшее развитие благотворительного движения. Но так или иначе, прекращать работу они не собираются. Напротив, на лето уже запланирован ряд выездных экскурсий для семей, требующих особого внимания. Луиза Игазарян, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.